Всем добрый день! Вы на канале «Любимая дача». Меня зовут Оксана. Сегодня 31 мая, Иркутский район. Чем подкормить томаты, когда они завязывают плоды? Когда на томатах уже много завязей, нужно подкармливать калием. То есть для завязи, для плодов нужен калий. Я подкармливаю, развожу золу. Стакан золы на 10 литров воды. Развожу ее в воде. И потом по литру на 10-литровую лейку вот этого раствора добавляю. Еще чем? Несколько лет уже пользуюсь вот таким гуматом калия. Называется гумат Байкал. Вот это такое удобрение. В нем есть 5% калия. Сейчас сфокусируется. 5% калия, 1,5% азота и есть еще 2% кремния. Кремний нужен для того, чтобы были толстые, хорошие стволы у растений. То есть это тоже такая подкормка. Но это органическое живое земледелие. Развожу по инструкции. Здесь 10-20 грамм на 10 литров воды. Я беру где-то примерно столовую ложку на лейку 10-литровую. Разбалтываю, получается такая коричневая жидкость. Ну, где-то как квас, наверное. Такой вот темный квас, либо как крепко-крепко заваренный чай. И сначала проливаю томаты простой водой, а затем подкармливаю вот таким раствором, гуматом калия. Также гуминовые кислоты здесь идут. Они оздоравливают почву, какие-то микроэлементы дают растениям. Не первый год уже пользуюсь. Вот и чередую. Каждые 10 дней можно подкармливать либо на разведенной золой, там тоже есть фосфор и калий, либо вот таким гуматом калия.